Друзья, сегодня у нас в гостях народный ансамбль бандуристов Вербыченко Ветковского центра культуры и народного творчества. Кстати говоря, это единственный коллектив бандуристов в Беларуси, исполняющий украинские народные песни. Поэтому эти аплодисменты, которые чуть ранее прозвучали и звучат сейчас, вполне объяснимы. Итак, друзья, на Беларусь-4 продолжается масштабный проект, посвященный 80-летию со дня образования Гомельской области. В преддверии этого значимого юбилея наша творческая группа готовит специальные выпуски о каждом из районов Гомельщины. Мы хотим поближе познакомиться с местными жителями, хотим понять, чем гордятся они и о чем мечтают. И сегодня мы будем встречать и уже встречаем представителей Ветковского района. Это самобытный и неповторимый уголок Гомельщины. Он богат своей уникальной природой, историей и талантами. Итак, вернемся к нашим артистам. Напоминаю, сегодня у нас в гостях народный ансамбль бандуристов Вербыченко Ветковского центра культуры и народного творчества. В Беларуси, кстати говоря, это единственный самодеятельный коллектив, исполняющий народные песни на украинском языке. И давайте знакомиться, руководитель, бессменный художественный руководитель коллектива, и, кстати говоря, создатель Наталья Александровна Якса. Добрый вечер, Наталья Александровна. Добрый вечер, дорогие участники, артисты. Наталья Александровна, представьте, пожалуйста, каждого из участников. К сожалению, сегодня не весь состав, а, конечно, хотелось бы, чтобы на этом мероприятии был весь состав, но так получилось. Одна наша участница, замечательный человек, замечательный музыкант, Аполлонова Наталья, она в больнице лежит, дай бог ей здоровья. Но сегодня в студии у нас присутствует Галина Дедкова, Тамара Воинова, Елена Беспалова, Надежда Сахарук. Это у нас уже династия. На контрабасе играл ее муж Николаевич Сахарук. И сейчас в декрете находится ее дочечка, которая тоже участница нашего коллектива. То есть у нас династия есть. И наш незаменимый, наш любимый скрипач Анатолий Николаевич Шубара. Это наша палочка-выручалочка. Он нам дает колорит нашему ансамблю. Мы очень рады, что он в нашем составе. Наталья Александровна, почему выбрали такой необычный формат музыкального коллектива? Ну, во-первых, я приехала с Украины, и я с собой привезла 6 бандур. Ну, даром я их уже не везла бы, наверное. Поэтому у меня была, конечно, мысль чтобы как бы уголок родной Украины остался и здесь, на родине. Тем более я слышала, что здесь очень хорошо относятся к национальным культурам, и в этом убедились мы целиком и полностью. Фестиваль национальных культур, который проходит в Гродно каждые 2 года, это замечательный форум. И вот мы с 2002 года держим звание лауреатов этого конкурса. У нас, кстати, на базе коллектива созданы еще вот дуэт «Смерега». Девочки выступают с дуэтом, поют, это уже под фонограммы. То есть у нас специальные украинские программы есть, перемешку с солистами, с фонограммами, и большая программа именно с бандурами. И мы, в принципе, покорили публику. Я поняла, что Белоруссии это надо, и это очень ценно и дорогого стоит. То, что, вот насколько я знаю, что сейчас на территории Беларуси проживает около 130 национальностей. И представьте себе, это кто-то в диаспорах, кто-то в каких-то религиозных конфессиях, и каждому народу ему дана возможность не просто сохранить свою самобытную культуру своего народа, а еще ее и развивать, и показывать, иллюстрировать на таких больших форумах. Кстати, а в Ветковском районе востребована музыка, украинская песня? Ну, мы в Ветковском районе, в принципе, мало выступаем с бандурами. Как-то всегда, когда глобальные мероприятия готовятся, там уже смотрят, чтобы было больше белорусское. Тем более у нас очень много народных коллективов. И коллективы яркие, коллективы такие насыщенные, сочные. Поэтому как-то особо не делают акцент на бандуристов. Но зато мы выездной состав. То есть вы все чаще на выездных площадках выступаете, да. Международных каких-то конкурсах и фестивалях. Да, да. Если мы уже заговорили о таком необычном для нас, белорусов, музыкальном инструменте, как бандура, давайте же расскажем нашим телезрителям, что из себя представляет этот музыкальный инструмент. Музыкальный инструмент бандура, как вы уже поняли, это украинский народный инструмент. И прародительницей, это, кстати, одна из версий, раньше было, это утверждали четко, стопроцентно, что прародительницей была кобза. Сейчас уже новая версия выдвинута. С 12 века, да, это кобза. В Запорожской сечи бандура, она являлась, ее называли казацкой лютней, потому что у кобзы действительно связь такая, вид, как у лютни, вот итальянской лютни. А бандура, как таковая, якобы, значит, путем того, чтобы расширить диапазон для играющих музыкантов, нужно было добавлять струны. Раз добавлять струны, значит, надо было увеличивать деку. А увеличивать деку, естественно, растет пузико у бандуры, и получается другой инструмент, уже на кобзу совершенно не похож. Но вот довольно-таки самые последние вот сведения, которые мне удалось прочитать, что бандура, оказывается, с 17 века была сама уже вот самобытный инструмент, именно была бандура. Только на ней было 22-23 струны, там в зависимости от этого. Потом бандуру стали точно так же развивать, и в конечном итоге переродилась у нас такой современный инструмент. Красивый, интересный, яркий, насыщенный. Вот. Бандуристы это были чаще всего слепые музыканты. Вот. Наверное, слышали о таких: Остап Вересай, Андрей Шут, Тимофей Белогородский. Они были вхожи, вот где-то это 16-17 век, они были вхожи в королевский польский двор, были вхожи точно так же в российский двор. И поэтому их принимали, они пели думы, пели псалмы, пели баллады. Давайте вернемся все же к вашему коллективу, к ансамблю бандуристов. Мы уже поняли в процессе разговора, что вы приезжий человек, но потом так полюбили Ветковскую землю, что остались здесь жить навсегда. А участники коллектива, они местные жители? Надежда Ивановна Сахарук приехала со своей семьей, мы вместе работали. Так что с бандурой, еще с крымской вербыченкой, тоже, кстати, ансамбль мой там назывался «Вербыченка», это оттуда. А первая влилась к нам в трио, мы начинали с трио, Елена Беспалова. Она загорелась, да, и я буду, и вот мы начали трио. А потом постепенно ансамбль вырос. В 2004 году вам присвоили звание народного. Да. К чему оно обязывает сегодня? Ну, во-первых, звание народное, это считается высоким званием для самодеятельного коллектива. И, естественно, обязывает к тому, чтобы держать программы, чтобы уметь, как говорится, себя показать всегда с концертными. Ну, я думаю, что мы, в принципе, оправдываем это звание, потому что нас приглашают, вот 2 последних года нас приглашает Могилев на празднование города, и не просто там с одним-двумя произведениями, мы даем 1,5-часовые программы, даже по 2 концерта у нас получалось, что в один день мы 2 концерта давали. В Минске мы часто на днях украинской культуры на Ратушевой площади выступаем. И вы заслужили большое признание и любовь, и симпатию зрителей на Славянском базаре в Витебске. На Славянском базаре, да. 7-й фестиваль у украинцев в Белоруссии, на 15-м фестивале, это в рамках 15-го международного фестиваля «Славянский базар», да, мы стали тоже лауреатами, и там вообще была насыщенная программа, нам приходилось с одной площадки бегать, короче, в день мы дали 6 концертов. В день 6 концертов. Мы как приехали с автобуса, выскочили, переоделись по-быстрому. Но зато потом приятно вспоминать. Тяжело, устали очень. Но все равно восприятие такое приятное. О чем еще мечтаете, Наталья Александровна? Чтобы коллектив жил. Что для этого нужно? Ну, для этого нужно... Но я уже подумываю о том, что мне нужно готовить себе потихоньку замену. И коллектив, я хочу, чтобы он существовал, и чтобы не погибло это дело многих лет. Вот. Но, естественно, когда коллектив трудится, работает, естественно, приходят и награды. Поэтому самое главное, чтобы коллектив жил. Дорогие друзья, мы еще послушаем душевные, колоритные песни в исполнении Вербыченьки. А пока напомню телезрителям о том, что сегодняшний «Добрый вечер» посвящен Ветковскому району. Дорогие друзья, это программа «Добрый вечер, Гомель». Говорим мы сегодня об успехах и достижениях жителей Ветковского района. Ветковщина – один из самых живописных уголков белорусской земли. Ветковщина имеет свой неповторимый облик, свои отличительные черты. Это самый восточный район Гомельской области с населением около 20 тысяч жителей. Ветковщина давно ассоциируется с событиями церковного раскола на Руси. Здесь есть ряд культурно-исторических объектов, которые привлекают любителей истории и краеведов. Примечательна Ветковщина тем, что здесь до сих пор сохранились народные традиции, которые удивительным образом переплетаются с достижениями современности. Об историческом прошлом и о дне сегодняшнем поговорим с нашим следующим гостем. Знакомьтесь, управляющий делами райисполкома Юрий Владимирович Гончаров. Юрий Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста. Интересно узнать, а вы-то родом из Ветки? Как здесь оказались? Ну, дело в том, что мои родители всю жизнь прожили в Ветке, в Ветковском районе. И я покидал Ветку только когда служил в армии. Так скажем, я всю жизнь прожил в Ветке. Поэтому... Чем, по-вашему, уникальна ваша малая родина? Чем уникальна? Своей красотой, природой, традициями. Традиции у нас очень глубокие. Вы знаете, что можно даже привести такой факт, что у нас даже был Емельян Пугачев, который исправлял у себя паспорт у нас именно в Ветковском районе. Поэтому традиции довольно интересные. Ветковская земля славится талантами, историей. В начале программы мы как раз-таки об этом сказали. Еще вот такой общеизвестный факт о том, что город Ветка основан в 1685 году старообрядцами. Название пошло от географического термина «ветка», служившего обозначением небольшого острова. То есть русло реки Сож в этом месте разветвляется как ветка дерева. И еще одна из гипотез Кертис Ветка – это маловетвь Москвы. Облюбовавшие эту местность староверы – все те же москвичи. Они стремились во всем подражать Москве, и даже главную площадь когда-то назвали Красной. И, наконец, народная легенда о деревянной иконе Бога-Матери с привязанной веткой, которую течение вынесло к этим берегам. Кстати, хочу спросить у Юрия Владимировича, вам-то какая гипотеза больше нравится? Правдоподобнее какая, на ваш взгляд? Дело в том, что анализируя так и общаясь с работниками музея и вообще с людьми, в принципе, могут жить все три версии. Вот. Но мне больше, конечно, нравится та версия, где икону привязали к ветке, она как бы плыла и, как скажем, с Божьей помощью определилось место, где будет находиться ветка. Это одно из самых красивых мест. Так, кстати, скажем, Беларусь. Это правда. Я думаю, что любой гость, который сегодня у нас в студии, который представляет ваш родной Ветковский район, подтвердит ваши мысли и подпишется под каждым вашим словом. Точный адрес, по которому находится ваше рабочее место, это, кстати, Красная площадь 8. Так точно. Красная площадь 8. Необычный адрес. Что вы чувствуете, о чем вы думаете, когда каждый день и несколько раз вы пересекаете Красную площадь, прям как в Москве? Да, конечно. Идем, у нас плиточка уложена, все как по брусчатке в Москве. Идем на работу, вот освещается. Красная площадь – это красивая площадь. У нас как раз в прошлом году прошла реконструкция нашей площади. Она выглядит очень красиво и достойно. Все люди, и гости нашего города, очень любят гулять по аллеям нашей Красной площади. Она своеобразна. Ну, честно сказать, не каждый может похвастаться, что работает на Красной площади. Понимаете, у каждого своя ассоциация. Красная площадь – это где-то там далеко, в России, в Москве. Но, тем не менее, из моего окна Красная площадь видна. Вы счастливый человек. Если говорить серьезно, то чем, на ваш взгляд, Ветковский район выгодно отличается от других? Ну, от других районов Гомельской области он отличается тем, что по своему расположению всего лишь 14 километров до областного центра. Это во-первых. Очень хорошо развито у нас транспортное сообщение. Имеется очень большое наличие и возможность жилья, то есть привлекательно тем, что жилья. В нынешних ситуациях можно привести даже такой плюс, как у нас в районе нету ни одного промышленного предприятия. То есть, вы понимаете, если не брать в расчеты Чернобыльскую аварию, то у нас экологически чисто. То есть, и, соответственно, продукции и тому подобное. И так далее. Вся инфраструктура у нас развита очень хорошо. Поэтому, я думаю, людям комфортно жить и приезжать к нам. Тот факт, о котором вы говорите, что нет крупных промышленных предприятий, с одной стороны, это плюс, конечно же, для экологии, но с другой стороны, нужно найти рабочие места для всех жителей, для трудоспособного населения, для людей, которые могут нести пользу обществу. Правда ведь? Согласен с вами. Кстати, да. Но я хотел бы добавить, у нас район сельскохозяйственный, и трудолюбивых людей мы всегда устроим в сельском хозяйстве, только было бы их нежелание работать. Кстати, что сегодня делается на местах, вот в частности в вашем районе, для того, чтобы деревня была привлекательной для жизни? Ну, я не буду так говорить, что делать далеко. Возьмем 2017 год. В 2017 году у нас проведена так, следующая работа в районе. Во-первых, провели водопроводные сети в Старом селе, это населенный агрогородок Ветковского района. Вот, Аркскважина, в Радуге. Были уложены асфальтные покрытия в Радуге, Новоселках. В Хальче 6 улиц асфальтировали. Планируется в Хальче, ну, вы знаете, в Беларуси не очень хорошая ситуация с водой, в частности по железу. Планируется сделать станцию обезжелезную. Точно так же планируется сделать станцию в Яново по обезжелезную. По Чернобыльской программе в Первомайский поселок 29 домов было газифицировано. В Светиловичах, аграрские Светиловичи, 66 домов было газифицировано. То есть работа ведется, делается привлекательность. На селе также сделаны детские площадки, спортивные площадки, в частности в Радуге, в Хальче. То есть для того, чтобы могла молодежь жить в комфортных условиях городских. Ну, как-то так. Планирую, есть еще планы по Чернобыльской программе в северо-восточной части Ветковского района, в частности, это Малые Немки, Нехлюбка, Светиловичи, Янова, провести газ. Я думаю, что будет газ, людям уже комфортно, вы понимаете. Юрий Владимирович, ваш район все же имеет сельскохозяйственный профиль. Скажите, каким был год 2017 и какие виды на урожай будущего года? Да, вы правильно сказали, район у нас сельскохозяйственный. Хочется сказать, что у нас динамично очень развивается сельское хозяйство. Очень трудно сказать, что кто-то выделяется, кто-то нет. У нас ровно, так скажем, все сельхозработы выполняются вовремя, качественно и в срок. Что касаемо мясомолочной продукции, к примеру, планируем в следующем году доить порядка на одну корову около 5000 тонн. Производить птицы. У нас построили в Новоселках птицефабрику на 20 000 тонн мяса птицы в год. Вот, планируем это мясо. И также в Чистых Лужах, это такой населенный пункт, у нас свинокомплекс, где планируется 600 тонн мяса. Вот. То есть город Гомель мы будем кормить. Это радует. Мы уже услышали о том, что деревня динамично развивается. Немножко затронули тему сельского хозяйства. Давайте поговорим немножко о туристическом потенциале района. Если бы вам предложили на один день стать экскурсоводом, то что бы прежде всего вы бы показали туристу? Ну, в первую очередь я бы, наверное, показал то, что мне нравится. У нас в районе есть две довольно крупные реки. Это Бесить и Сош. И вот, если честно сказать, сплавляться на байдарках, это очень красивые места. Нетронутая природа, ну, заповедная, можно сказать, и рыбалка, и тому подобное, и так далее. Подходя к Хальчу, на высоком холме стоит дом панов Халецких. Вот. Это очень старое здание, красивое, оно сохранилось, ну, может, не в том первозданном, так скажем, виде, но там есть и смотровая площадка. Просто к этому дому подойти и посмотреть окрестности, это уже как-то немножко, так скажем, воодушевляет. Тем более, вот Владимир Андреевич Дворник, наш губернатор, он планирует этот дом восстановить. То есть есть возможность в скором будущем посетить и всем желающим этот дом. Также хотелось еще, чтобы показать. Есть такой у нас праздник, как Вяджение и похование стрелы. Это такой вот интересный праздник в том плане, что он сохранился уже, может быть, не одна сотня лет этому празднику. Он сохранился в казацких Болсунах у нас и в Столбуне. Традиция, понимаете, я несколько раз был сам на этом празднике, мне очень понравилось в том, что этот праздник, он живет. Там и молодежь, и, я имею в виду, дети, которые, ну, так скажем, 7-8 лет, и пожилые люди водят хороводы, там идут на ушествие на это поле, там закапывают эту стрелу, кувыркаются, чтобы не болела спина. Там. То есть это очень интересная такая традиция. Вы почему-то в этот список не включили музей старообрядчества и традиции имени Федора Шклярова. Но мимо этого объекта, ну, невозможно пройти мимо, правда, Юрий Владимирович? Конечно. Дело в том, что музей у нас тоже расположен на Красной площади. Вот. Мимо его действительно невозможно пройти. Почему? Потому что даже те резные ворота, которые на входе, притягивают взгляд. Вот любой человек, и витковчанин, который, так скажем, в день, может, не один раз проходит мимо, он все равно смотрит на эти ворота. Потому что это очень красиво, очень привлекательно. Само здание, вы понимаете, ему больше 100 лет, конечно, архитектура, тому подобное и так далее. И та коллекция, которую, как вы сказали правильно, Шкляров собирал свою жизнь, и потом это воплотилось, так скажем, в музей нас. Музей, который, ну, так скажем, равных нет в Республике Беларусь. Ну, даже можно привести такой небольшой пример, где кто может похвастаться, что районный музей имеет в областном центре филиал. а мы имеем в Гомеле филиал своего музея. Это правда. Экспозиции у нас очень интересные, очень хорошие, так скажем, закрома, которые имеются в нашем музее. В том плане, что экспонатов у нас тысячи. У нас нет даже тех помещений, которые можно выставить. Но отдельно хотелось проговорить и про икону Ветковскую, и про книги самописные, которые 16 века. Ну, это не передать слова. Это надо просто видеть, и я приглашаю всех посмотреть. Разумеется, мы не единожды рассказывали о том, как же в музее исследуют и хранят предметы старины и обычаи местной культуры. Предложим еще раз взглянуть на этот уникальный музей. Ветка – один из центров православного старообрядчества, иконописи и книгопечатания. Возможно, поэтому этот древний городок привлекает многочисленных туристов, желающих изучить скульптурное наследие Гомельской области. Кроме того, Ветка входит в туристический маршрут «Золотое кольцо Гомельщины», который считается одним из брендов нашего региона. Своеобразие истории и культуры этого региона Гомельщины сейчас хранит Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций имени Шклярова. В его коллекции более 10 тысяч разнообразных предметов, от древних икон и книг до современных узорных рушников. Основатель музея Федор Григорьевич Шкляров – уроженец и житель Ветки. В 1960-70-х годах он собрал коллекцию, вызвавшую огромный общественный интерес. Именно она и положила начало музею, расположенному на Красной площади Ветки в бывшем купеческом доме. В частности, впечатляет одно из богатейших в Беларуси собрание рукописных книг 16-го – начала 20 веков. В подавляющем большинстве оно характеризует старообрядческую книжную культуру Ветки. Дорогие друзья, это программа «Добрый вечер, Гомель». Говорим мы сегодня об успехах и достижениях жителей Ветковского района. И сегодня у нас в гостях управляющий делами Ветковского райисполкома Юрий Владимирович Гончаров. И мы продолжаем разговор. Юрий Владимирович, куда бы вы еще советовали заглянуть туристу? Чем еще гордитесь? Ну, особо хотелось еще выделить наши неглюбские рушники. Есть у нас такой населенный пункт Неглюбка, где ткутся рушники. Ни один обряд, наверное, без рушников Ветки не проходит. Ни свадьба, ни крестины, тому подобное и так далее. Очень красивые, колоритные произведения. И, в частности, в музее они тоже предоставлены отдельной выставкой, потому что оно несет тоже очень глубокую культуру. Кстати говоря, традиции неглюбского ткачества включены в список историко-культурного наследия Беларуси. На первый взгляд, обычный бытовой предмет. Но, во-первых, эти тканые полотна сохраняют орнаменты, которым более 5000 лет. А во-вторых, существует поверье, что неглюбские рушники обладают магической силой. Ну и в-третьих, отдельные экспонаты этого предмета быта хранятся в известных исторических и художественных музеях мира. Итак, сегодня у нас в гостях Ковалева Людмила Васильевна, руководитель кружка ткачества «Ниток» Неглюбского сельского центра ткачества. Встречайте. Добрый вечер, Людмила Васильевна. Проходите, пожалуйста. Кстати говоря, Людмила Васильевна – та самая рукодельница, которая вместе со своими коллегами продолжает уникальную традицию создания знаменитого неглюбского рушника. Людмила Васильевна, действительно ли рушники, сотканные и вашими руками в том числе, обладают магической силой? Ну, я думаю, что да, поскольку вот говорили про Чернобыль, нашу Неглюбку, так особо Чернобыль не коснулся. Неглюбка остается и живет, и сейчас, и процветает, и мы вместе с рушниками, с этими. Ну, наверняка, если не вложить какой-то смысл, если не верить в то, что магической силой они все же обладают и несут в себе что-то, наверняка ничего не будет. Не, ну конечно, вот к нам приходит, да, человек, он сразу смотрит, говорится, встречают по одежке, да, что ему вот посмотрит на рушник, который ему понравится, он тот и должен брать, потому что я могу там говорить про какой-нибудь другой рисунок или узор, да, что вот это приносит то-то, то-то, но если человек не уверен в том, что он принесет, он же ему и не принесет ничего. Поэтому человек должен сам даже верить в это и делать что-то для того, чтобы жить. Мы, так скажем, было бы совсем просто, если бы так выткал рушник, да, и все у тебя сложилось. Так же не бывает. Людмила Васильевна, вы несколько вариантов рушников неглюбских сегодня принесли с собой. Давайте расскажем, в каких случаях они используются. Ну, рушники в настоящее время, поскольку мода поменялась, то они сейчас и разнообразие красок, то они очень такие разнообразные, разноцветные есть и все. Но изначально первые вот рушники это были белокрасные. Белокрасные. Вот они использовались для украшения дома, на куту вешали. Вот у неглюбки до сих пор на кутах вешают бело-красные, поэтому он называется красный угол, да, красивый. Это вот этот, например? Да, вот. Вот свадебные рушники, вот такие, да, они с оберегами. Вот рушник, да, паук. Вот паук, как это обычно. Потому что говорят, напоминает это, да, насекомое, паука, да? Вот вы смотрите на рушник и вот видите, что он вам напоминает. И вы можете даже, поэтому вот разные женщины, да, они могут говорить, что на один рисунок и тот же разные названия давать. Просто что видит каждый человек в рушнике, да? Вот, вот это вот желуди. Он и похож, да, на желудь такой вот. А похож, вот это вот, да, похож на желудь. Вот такой, но я, да, знаю, что... А кто-то говорит и сливка. Вот сливка. У них неглюбки еще к тому интересно такие разговор, у них уменьшительно-ласкательно. Поэтому они все вот предметы, даже рушники, они называют одушевленными именами. Вот рушник, да, вот он черно-белый, вот зовут чернобровенький. Понимаете? Ой, как где, мило. Да, вот где больше белого, белобрысенький, вот такое, ну вот приятно просто даже поговорить с женщинами в неглюбке. Людмила Васильевна, правда ли, что вот эти узоры и орнаменты на рушниках неглюбских, это самое архаичное за всю историю вообще ткачества рукодельниц в Беларуси? Ну, я могу так сказать, поскольку я общаюсь, ну, с женщинами с неглюбскими, им уже за 80 далеко есть, которые... И вот мы сидим, да, зимой разговариваем, и вот глядят, ну, телевизор, как обычно, у всех же сейчас есть, и она вот глянет, да, там показывают картинку, что-то на камне нарисовано. Погляди-ка, вон неглюбский... Неглюбский, понимаете? Неглюбский узор. Возможно, такие узоры они по всему миру, не только в неглюбке, а они шли изначально со всего. Во всем мире одно и то же представляли. Если вот, например, вот эта вот кривулька, да, вот, вот этот рисунок называется кривулька. Ну и он его еще вот музейные работники его ассоциируют типа с водой. Вот земля, да, текучесть, да, какая-то, плавность линии. Да, жизнь же нужна земля, солнце и вода, да. Вот они поэтому так и расшифровывают. Ну а в неглюбце просто называют кривулька. Кривулька, волны, да. Как получилось так, что вы же родом не из Ветки, но вы стали хранительницей вот этих местных традиций? Ну да, я родом с Брагинщины, ну замуж вышла за неглюбского хлопца, а там все вот это мне так близко, хотя в детстве я и вышивала, ну крестиком у нас больше, у нас ткачество было просто ткачество для полотенца, вот утиранники, а рушников таких не ткали. Вышивать так вышивали, ну а тут уже я не могла просто не ткать. Я хочу спросить у Юрия Владимировича, а у вас в семье тоже хранятся неглюбские рушники? Конечно, хранятся и не один рушник, и со свадьбы детей, и когда родилась у меня и дочка, и сыновья рождались. Ну, конечно, есть рушники. Кто-то в семье занимается, женщины занимаются ткачеством, или это все-таки покупные вещи? Вы знаете, дело в том, что рушники в мою семью пришли где-то, что-то мы купили, кто-то от своей души подарил этот рушник. Понимаете, это такая вещь, которую надо душу вложить. И вы знаете, когда его берешь в руки, от него исходит тепло. Это должны делать люди с душой, и только мастера, я считаю. Это правда. Хочу спросить у Людмилы Васильевны, вы сколько рушников выткали? Считали когда-нибудь? Таких знаменательных, больших, ну, может, десятка, три наберется. А так, по мелочи. А какой самый дорогой вашему сердцу? Ну, самый дорогой, наверное, то, что ткала президенту, потому что это была большая ответственность, во-первых, чтобы он получился, как говорят у Неглюбки, чтобы цот шло, чтобы, понимаете, концы сходились, ровненько все. Это не просто так. Рушник вот ткать, это кажется, что просто нужно полностью покрыть основы, чтобы не было видно. Там под низом вот это... Основа, да, она не видна. Она белая, там нитка, но ее нужно так забить и заткать, чтобы она не была видна. И часто вот на выставках никто не верит, что это ручная работа. Все думают, что это магазинная. И вот оценивалось, да, в Неглюбке, когда вот, ну, вот вытыкали рушник, и кто-то приходит, ох, як из магазина. Присматривается, як, да? Як из магазина, такое невозможно. Ну, як магазинная вот оценка была. Хотя сейчас все вот, это фабричная. Ну, все хотят, чтобы было немного такое вот грубоватое. Людмила Васильевна, давайте мы покажем телезрителям, как же закладывается рисунок рушника. Можем здесь в студии продемонстрировать? Ну, на этом станке, можно сказать, не станочек, а так... Переносной, мобильный, да, такой. Мобильный такой, да, для детей. Вот мы делаем наш кружок ткачества, поэтому такие... Заложить рисунок на этом, это простое, просто можно... Простое полотно ткать можно, униток можно ткать, кстати, точно так, как называется наш этот самый кружок, ниток. Что для этого нужно, кроме как ваше еще мастерство? Но это самое главное наверняка. Ну, как называются инструменты, которыми вы работаете? Инструменты – это челноки. Но это не челноки, конечно. Вот это устройство для поднятия нито. У Неглюбки называют вот этой вот кобылка. Понимаете, дырочки, в которые заправлен ниточки. Для того, чтобы получалась связка ниток. Поднимают вверх и вниз, поэтому оно и получается такой рисунок. Вот, продеваем уток, вот. Оно несложно совершенно, детям очень нравится ткать. Ну, конечно, такие большие работы они не ткут, но такие для себя маленькие чехлы, вот такие вот. Торбочки, сумочки, под мобильники, вот такие вот штучки. Это приходят к нам и ткут. Да, я даже для наглядности могу показать. Это вот такие дети сделали вот такую торбочку. Сюда можно насыпать или травы всякие. Вот детям даже многие сейчас интересуются. Ну, малым деткам ложат кроватку. И сюда вот засыпали травку такую пахучую. Набивали подушки, вот ткали всякими. Можно лаванду насыпать. Да, что можно все. Не покупать вот эти вот. Китайская. Рядом пахучая. С подушечкой положить, и будет крепкий, здоровый сон. Да. Людмила Васильевна, давайте покажем прямо в эфире, как же закладывается рисунок, о чем мы немножко раньше сказали. И мы оставим, не будем вам мешать, а в конце программы посмотрим, что же получилось. Хорошо. Прямо у нас на глазах, дорогие друзья, будет рождаться узор неглюбского рушника, известного на весь мир. За ткацким станком, я напомню, непревзойденная мастерица Людмила Ковалева. Людмила Васильевна, еще один вопросик. Скажите, а песни поете, когда работаете? Петь здесь невозможно, потому что у нас постоянно счет идет, количество, понимаете? Вот сколько здесь вот раз прокинуто, 10 раз, 20, поэтому я просто физически не могу и считать, и песни петь. Слухать слухаю радио. Вот. А если споют другие артисты, которые сегодня в нашей студии, с удовольствием послушаете? Конечно, хорошо. Ну тогда, дорогие друзья, мы подбодрим и поддержим нашу мастерицу Людмилу Ковалеву. Ой, дівчина, відчини, своє моє серденько звесели. Я напоминаю, дорогие друзья, это программа «Добрый вечер, Гомель». И говорим мы сегодня о достижениях и об успехах жителей Ветковского района. Чем живут и о чем мечтают местные жители этого самобытного уголка Полесского региона? Как известно, в любом районе Гомельской области найдутся люди, которыми гордятся земляки. Они работают на земле, продолжают славные традиции предшественников и пишут историческую летопись края. В Ветковском районе Гомельской области есть почетные граждане, которыми по праву гордятся местные жители. Легендарный комбайнер, герой социалистического труда Георгий Михайлович Котляров. Директор Музея старообрядчества и белорусских традиций Галина Григорьевна Нечаева. И один из руководителей района в 60-70-х годах прошлого столетия Бронислав Матвеевич Зборовский. Сегодня он у нас в гостях, мы пригласили его в студию. Добрый вечер, Бронислав Матвеевич. Добрый вечер. Бронислав Матвеевич, вы руководили Ветковским районом 12 лет. Да. Скажите, с тех пор многое ли изменилось на вашей малой родине? Почти все изменилось. Ну что вы. Это никакого сравнения. Молодежь даже не может представить, что такое уже через 20 лет после войны. Я приехал после победы через 20 лет. Это в 1965 году, в январе. 8 хозяйств в Светиловицком районе, моста нет, он аварийный. Солдаты когда-то построили деревянный, и он уже вышел со строя 20 лет. 8 хозяйств по этой стороне, по правой стороне Сор. Тоже моста нет. Хотя ветковчане, конечно, просили. Но тяжелое время, восстановительный период, знаете, отказывали, все отписывались, отказывали, невозможно. И дороги-то не было до Светилович, такой, как она сейчас. И даже не представляете, ездили вот так от деревни до деревни, 3-4 часа до Светилович, это 45 километров, а сейчас полчаса, вы, да, полчаса и там. Сейчас она вся в асфальте. У меня душа болела, когда я приезжал, и вот в пик района, когда сдают хлеб, картошку, когда удобрения возят осенью. Был паром у них уже был паром, неплохой паром, который брал до 10 машин. Но он час загружался и разгружался. Сотня машин стоит от хальча до парома. Душа болела. Он ждал, водитель наработался, на машине, трактор, и ждал еще 5, 6, 8 часов, пока он переправится домой. Скажите, пожалуйста, а сегодня вы радуетесь, душа ваша радуется, глядя, как цветет город Ветка? Очень радуюсь. Я даже слежу за ними, как только я что-то услышу. Ну, когда их критикуют, так неприятно же, конечно. Кому приятно, когда критикуют? А иногда и критикуют. А когда их тут подхваливают, я радуюсь. Ну, молодцы, они меня приглашают каждый год. Вот, приглашают на большие свои праздники. Я просто... Душа радуется, конечно, радуется. Душа радуется. Ну, и я вам скажу, что я безучастным к музею не был. Я, ну, не хвастаюсь, могу сказать, что в истоках этого музея был я. Я первый попал туда, как руководитель, благодаря работал его двоюродный брат в райкоме партии, и он меня свозил туда. Я когда посмотрел, это ж богатство. Я его уже тогда начал, а он сложноватый человек был, ну, интересный парень такой, мужик. Ну, знаете, такой прижимистый немножко. Я его тогда уже начал агитировать. Давай-ка сделаем музей, дорогой мой. Ты же в историю войдешь. Мы тебя или директором сделаем, или твоим именем назовем музей. Так и сделали. Но это уже потом делали мои, так сказать, последователи. Ну, начало такое. Бронислав Матвеевич. А рушники? Попал я, посмотрел эти рушники. В школе труд. Ну, это уже как порядки критики. В школе труд есть. Труд. Трудовое. А рушники так ищут любой там труд. А я директор говорю, слушай, они же эти старушки уйдут, а что же останется нашим наследникам? давай-ка внедряй немедленно в школе этот труд. И мы внедрили мне в школе. А потом построили этот домик. Я уговорил директора нашего гомельского художественных изделий, чтобы филиальчик там сделать у Неглюбки. И сделали. Такой филиальчик там. Бронислав Матвеевич, если я правильно поняла, вы родом из Мозырского района. Так сложилась жизнь, что вы более 12 лет руководили Ветковским районом. За что вы полюбили эту землю? Вот старообрядчество иногда немножко, когда говорят о старообрядчестве, некоторые не совсем понимают его. Некоторые считают, что это нехорошо, это вроде, это такие... Знаете, это своеобразные люди. Я полюбил этот... Я сравнить могу с Брагином. Брагин – одна категория людей. Это такие, знаете... А ветковцы – это совершенно другой народ. Это добрые, хорошие, прекрасные люди. Вот. Старообрядцы этих. Ну, они противники были... этим реформам царским. Они ничего, нам всего. Это хорошие люди. Не зря с Ветковского района столько и руководителей вышло. Это же и Громыко, и этот самый, и Бровиков, и ну, в общем, много таких. Благодаря-то им, то и, собственно говоря, мы построили там быстро. За 5-6 лет мы сделали более 50 километров асфальта дороги. Мы сделали, значит, 2 моста стоимостью больше около 3 миллионов по тем деньгам. В общем, полюбил я даже лучше, чем тот Брагин, которым 20 лет я проработал, потому что я там приехал учителем по профессии, я учитель. Я приехал в школу. Был учителем родовым, потом директором школы, потом заврайоно, потом председателем, а потом уже у Ветку попал. Я хочу добавить, что да. Бронислав Матвеевич является почетным гражданином Ветковского района. Поэтому он частый гость в нашем районе. На всех мероприятиях, которые крупные проводятся у нас в районе, мы его приглашаем. Ваши аплодисменты, друзья, почетному гражданину Ветковского района. Дорогие друзья, в прошлом году город Ветка действительно очень сильно изменил свой внешний облик. Наши корреспонденты стали свидетелями этих перемен. Давайте вместе посмотрим, как же преобразился населенный пункт. Город Ветка небольшой и уютный, в недавнем прошлом буквально преобразился. Кардинальные перемены произошли в этом году в результате проведения масштабных работ по благоустройству. Общими усилиями строителей, дорожников и коммунальников было сделано немало. Отремонтированы дороги, приведены в порядок скверы, открыты, а также реконструированы объекты социального назначения. Среди них пожарное депо. Этого события спасатели Ветковского района ждали довольно долго. И вот торжественное открытие произошло в мае этого года. Среди объектов, которые были реконструированы в этом году, городская гимназия. В учреждении образования уже давно был необходим капитальный ремонт, в первую очередь из-за технического состояния, что могло повлечь за собой серьезные последствия. До июля был реализован первый проект реконструкции – усиление конструкций. Затем приступили к капитальному ремонту. Заменили кровлю, оконные и дверные блоки, обновили учебные классы и пищеблок. За короткое время гимназия изменилась до неузнаваемости. Сегодня она соответствует всем необходимым требованиям. Итак, самое время поговорить о спортивных достижениях жителей Ветковского района. Мы пригласили к нам в гости директора специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва Ивана Ивановича Лапицкого. Добрый вечер, Иван Иванович, проходите, пожалуйста. Добрый вечер. Иван Иванович, в 2018 году состоится 15-й открытый международный турнир по боксу на призы Ветковского райисполкома. Расскажите, чем он примечателен и кто его участники? Ну, чем он примечателен? Тем, что мы развиваем бокс в нашем городе, не только в городе, но и в районе. Чем еще примечателен? То, что вот этот турнир дает старт нашим молодым боксерам, не только нашим, но и приезжим ребятам. Значит, к нам приезжают боксеры из городов Белоруссии, Гомельской области, а также и стран ближнего зарубежья, Украины и России. Много вообще участников? Ну, у нас, я не скажу, что много участников, но порядка 100 человек всегда бывает. Бывает и больше. То, что примечательно одно, что люди едут, не просто вот едут побоксировать, они едут, какие условия они посмотреть. Потому что часть боксеров проживают у нас в спортивной школе. Так как у нас гостиница маленькая, и где можно разместить наших спортсменов, пока нет. Ну вот, как говорится, в таких спартанских условиях они живут и выступают, и очень довольны. Если есть школа Олимпийского резерва, то наверняка должны быть и олимпийцы. Иван Иванович, кто ваша гордость олимпийская? Ну, гордость у нас наш Дмитрий Жуков, который уже, конечно, закончил свое выступление по причине того, что у него травмы. Значит, это был очень одаренный мальчик, как спортсмен был. Он сейчас жив, все нормально, у него все в порядке. Значит, он был неоднократным чемпионом Республики Беларусь среди взрослых, неоднократным победителем Республики Беларусь, а также был бронзовым призером чемпионата Европы среди молодежи, ну и международных турниров. И даже был чемпионом турнира класса А. Учась еще в школе, ну, 17-летним он уже начал выступать и прогрессировал. Также есть ребята, которые, как говорится, смотря на него, стараются вот эти вот моменты, вот эти вот все достижения, которые у нас есть, опять же, предварить жизнь. Но опять же, спорт – это и спорт. Сегодня есть у тебя спортсмен, завтра его нету. Значит, тренерская работа такая, что надо искать, ждать, верить и трудиться. Как получается находить талантливых ребят? Ну, значит, как получается, сразу же дети приходят в секцию. Все хотят научиться, как говорится, драться, там, дать сдачи, как вот их учат родители там, и все остальные. Но немногие остаются, потому что это самый тяжелый вид спорта, считается вот бокс. Почему я говорю, что, ребята, вы приходите не просто заниматься, но и, как говорится, и свой характер воспитывать, мужество, терпение, трудолюбие. То есть остаются единицы, естественно. И уже с этих единиц стараешься что-то сделать. Опять же, много причин для этого есть. Физические данные, здоровье, ну и немаловажную роль играет и финансовая сторона. Это верно. Мы знаем, что в боксе настоящие мужчины соревнуются. Что сделать для того, чтобы воспитать чемпиона? Ну, начнем с того, что не только в боксе воспитываются настоящие мужчины. Просто, что вот на самом деле вот ребята, которые вы сейчас видите на кадрах, как я говорю, что вот шахматист, он думает минутами, там, дается время. Боксер должен думать моментально. Не успел ты что-то придумать, все, ты уже получил, как говорится, что-то. Нехороший удар. Поэтому, да, очень-очень развивает характер. Почему? Потому что бывают моменты, когда тяжело, и есть две дилеммы. Или остаться здесь, или уйти. Или, допустим, пропускаешь тот самый удар, потому что это все-таки единоборство, это все-таки ударный вид спорта. И опять же, или поднять руки вверх, сдаться, или сражаться дальше до победы. Поэтому где-то есть и мужество, естественно. Не где-то, она вообще присутствует. Спорт больших достижений – это, конечно же, замечательно, но мы сегодня очень много говорим о том, что следует приобщать людей и население сельской местности к здоровому образу жизни. Что делается у вас в районе? Значит, у нас школа небольшая, всего лишь 203. У нас 203 человека занимаются, из них 87 на селе, как вы сказали. Значит, у нас такие деревни, где у нас проводятся занятия, это как Хальч. У нас там есть небольшое помещение, где мы, ну, мы так его называем филиал, но помещение, которое когда-то было создано, там у нас культивируются 3 вида спорта. Хоть школа там небольшая, базовая, но численность школы более 100 человек. И что вот одно непримечательное условие, что у них нет до сих пор спортивного зала. И поэтому дети с удовольствием приходят к нам туда заниматься. Значит, там у нас культивируется бокс, легкая атлетика и настольный теннис. Значит, еще деревни. Старое село, которое когда-то гремело своим конезаводом 59. Значит, деревня Радуга. Вот в этих населенных пунктах мы стараемся культивировать все наши 4 вида спорта, потому что наша спортивная школа имеет 4 отделения. Это бокс, легкая атлетика, настольный теннис и футбол. Любой желающий может прийти, житель соседних домов, и позаниматься. Может быть, группы какие-то спортивные собираются для того, чтобы поиграть в волейбол, например, баскетбол. Как с этим у вас? Значит, Ну, я еще работаю директором. Да. Поэтому, как я всегда говорю, что двери никогда у нас не закрыты. Поэтому те, кто, у кого желание, всегда могут прийти. Естественно, все, что у нас есть, это все для них, для детей и для нашего населения. В данный момент у нас в спортивной школе очень сильно развит это тренажерный зал. Очень давно уже он у нас существует. Пусть даже у нас тренажеры, как я говорю, прошлого века, но они эффективны. И ребята, которые занимаются, не только ребята, но и взрослое население, говорит, ну, хорошо о них говорят. Плюс у нас сейчас открылся зал фитнеса. Благодаря нашему управлению спорта. Они нам выделили деньги не только на ремонт, но и для приобретения, все для этого. Очень хорошо, да, пользуются успехом. Порядка 30 девушек, женщин к нам приходят заниматься. Ну и включая тех, кто очень любит спорт. Футболисты, баскетболисты. Ну то есть люди, которые любят здоровый образ жизни и не ленятся, приходят и занимаются. Юрий Владимирович одобрительно кивает головой, наверняка тоже любит спорт и в свободное время, наверное, посещает какие-то занятия, с друзьями встречается, нет? Да, в подтверждение я хочу сказать, что у нас проводятся различные турниры и по волейболу, и по хоккею. Вот, и иногда я сам участвую в этих мероприятиях. Конечно, мне это нравится. Мне нравится, когда молодежь, мои дети тоже идут в спортзал и чем-то занимаются. Это, я думаю, только самое прекрасное и эффективное, что может быть. Это достойно аплодисментов зала. Дорогие друзья, это программа «Добрый вечер, Гомель». Мы потихонечку подбираемся к завершению. Давайте посмотрим, что получается у нашей мастерицы, у рукодельницы Людмилы Васильевны Ковалевой. Людмила Васильевна, как вы справляетесь? Много ли уже успели сделать? Расскажите нам, пожалуйста. Я смогла только сделать, ну, сантиметров 10 на ткать. И то на этом станке только можно сделать, ну, такие, как у нас у Неглюбки зовут, что мышиная стежка, так, каляина. Вот раньше рушники ткали полоски просто. Вот жизнь такая, как будто бы по каляине едет, колись кони ходили, вот каляина и посередище от копытов оставалась стежа, а тут травичка росла. Вот такая вот ассоциация с таким вот. Поэтому и называются такие даже полоски, прутики, вот свои такие умовные знаки. Так что я только смогла такую стежку мышиную, такая вот она, вельми тоненькая, и каляинку, дорогу, чтобы она дала нам еще сил, чтобы нас далеко, мы так еще у Неглюбцев этой туды кудись, может быть, и в наступный век заглянули с этими своими рушниками. Вы несете культуру Ветковского края, достойно несете. Мы вам желаем здоровья и вдохновения на долгие годы. Иван Иванович, у вас никогда не было желания покинуть Ветковский район, сменить место жительства? Мне все удовлетворяет. Дай бог, чтобы так и было, конечно. Тем более, главная цель, это вот моя, допустим, на данный момент – вести здоровый образ жизни для детей. А появится матч, как вы сказали, значит, будет чемпион. Наталья Александровна. Ну, а я хочу начать с того, что я уже изменила место жительства. Большую часть своей трудовой деятельности я прожила на Украине, в Крыму, тогда она еще была Украиной, и приехала, были тяжелые времена, и воспользовалась приглашением, приехала сюда, на Ветковскую, Белоруссию, на Ветковскую землю. И хочу сказать, я с первого дня была влюблена. Во-первых, природа, красота. Во-вторых, люди. В-третьих, мне Ветковская земля дала возможность заниматься наряду с тем, что я работаю с белорусским коллективом, и я одновременно и как бы сохраняю свою национальную культуру. Поэтому никуда отсюда уезжать я не хочу. Я уже здесь пустила корни и уже пошла на пенсию. Я думаю, что моя жизнь здесь и закончится. А давайте вы нам споете в финале программы. Я думаю, что да.